Прамую тэлефонную лінію правёў кіраўнік салігорскага РАУС. Аляксандр Шаравар на працягу 2 гадзін адказваў на пытанні жыхароў раёну. Тэлефон амаль не змаўкаў ад званкоў. Што ж за пытанні задавалі жыхары Салігоршчыны начальніку міліцыі? І вот, допустим, поступил звонок о том, что обратился житель одного из садовых товариществ, что сосед ему обрезал кабель света, телевидения в этом плане. И вот он ссылается, что сотрудники милиции должны его каким-то образом заставить это сделать. Ну, не совсем вот наша компетенция, поэтому в первую очередь мы должны в рамках закона об обращении граждан разъяснить человеку законодательство Республики Беларусь, пояснить ему, куда необходимо обратиться в первую очередь, ну и, соответственно, получить ту бумагу. Если уже с чем-то он не согласен, можно обратиться в суд. Главная задача гэтых телефонных размов – трымаць руку на пульсе грамадскага жыцця, ведаць, што хвалюе людзей, дапамагаць ім у растлумачванні норм закона, а таксама наконт вынесенага рашэння ці прыгавору. Нямала выслухоўваю такія часы Аляксандр Шаравар і заклікаў да дапамогі. За злоўжыванне алкаголю сажыцелям у многіх сем'ях праблемы. Няма жыцця дамачацца. Вось такіх бытавых званкоў больш за ўсё. Одолжил денег, большую сумму денег своему знакомому, родственнику, как говорится, там в этом плане большую сумму. Ну, это просят нас, чтобы мы вернули эти деньги. Понятным делом, что мы не можем заставить человека вернуть эти деньги. Мы должны провести полную проверку, разобраться, есть ли в действии данного лица, если это системность, если на системной основе, тогда мы уже квалифицируем данный факт, будем как мошенничество, и направляем материалы в Следственный комитет. Если это единичный факт, то здесь усматривается гражданское правоотношение, и данному заявителю необходимо обратиться в суд. Понятно, что в суде там есть свои процедуры, необходима там оплата и все остальное. И вот они хотят силами милиции все-таки выбить. Поэтому на своем уровне я разъясняю возможность. Люди, многие понимают эти факторы, объясняешь, каким образом обратиться. Где-то даже больше, чем консультацию даешь им, какие-то моменты определенные. Ну и в дальнейшем люди уже понимают это и говорят об этом спасибо.